итоги работы, которую мы проделали в 2013 году, реализуя основные направления муниципальной молодежной политики. И пожелать всем нам успешной работы. В первую очередь кадровые ресурсы, без которых ничего невозможно. Кадры решают все. Над реализацией городской инфорной площадки трудился определенный штат специалист. Методические ресурсы – это Институт молодежной политики и социальной работы. Я понимаю, что он сейчас не так называется, но к названию мы скоро времени привыкнем. Факультет гуманитарного образования Новосибирского государственного технического института, который помогал при обработке социологического исследования. Действительно, конкурс, хотя и организован был впервые в 2006 году, но мы ежегодно его модернизируем, и в этом году мы решили, что получение денежных сертификатов – это самое, одно из самых важных. За реализацию за Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Восток» Первомайского района. В 2014 году на конкурс было подано 8 заявок от 6 учреждений молодежной политики. Вы их видите на экране. Эти заявки прошли уже 2 тура оценивания. Они были оценены экспертами, представителями научного сообщества, общественности, специалистами комитета по делам молодежи, управления общественных связей, смежных структур. Также в течение 3 недель велось голосование на портале tymola.rf. Мы решили, что расширение финансирования – это не самая большая планка, которую бы мы хотели, в данном случае, в развитии конкурса. Теперь я должен вас всем поблагодарить. Поэтому прежде чем я начну это делать, буквально 2 слова. Первое. Я хотел бы поблагодарить заместителя мэра Сергея Александровича Нелюбова за очень осмысленную оценку нашей работы в 2013 году и профессиональную постановку задач, которые стоят перед молодежной политикой, в контексте общих задач, решаемых городом, городским сообществом в 2014 году. Я хочу сказать только одно. Выражаясь языком современного тренда проведения нашей встречи, мы с вами в 2013 году ушли от непрофильных активов, верно? Мы передали дополнительное образование, систему образования, мы музеи передали с вами культуре, а спортивное сооружение Сергея Александровича Ахалова. И правильно сделали. Я не молодой человек, но я попробую все-таки выбрать под номером 1. Почему? Потому что это вот совпадает мои мысли, человеческие мысли, как руководителя. Но насколько я окажусь адекватным? Покажет потом время, когда будет подводить итоги. Оказывается, адекватно.